Мне нужно, может быть, все-таки как-то сюда, но вот опять же, меня... What? Где я теперь нахожусь? Я ничего не понял. What is that? What is that? Вот сюда, и теперь... Итак, ну что, здрасте, привет, хеллоу, с вами снова Кекс. Сегодня мы продолжаем играть в карты от подписчиков. И что здесь происходит? Ребят, если вы видите, то вон он я в том самом корабле. Это я нахожусь прямо в нем. Вы меня видите? Вон он я гуляю. Короче, сегодня мы играем в карту от подписчика с модом Immersive Portals и Пикуй. И, боже мой, что здесь будет происходить, я не знаю. Но вот это уже выглядит супер круто. Я не могу сюда пройти, а вот это я могу нажать? Не могу нажать, короче, я без понятия, что сегодня будет происходить. Сейчас мы будем читать правила и приступать к этой игре. Я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, потому что он обещает быть довольно-таки крутым. Что за карта? Посмотрим. Надеюсь, мы сможем набрать 4000 миллионов лайков. И рандомный комментарий залетает от Кларосик Лайв. Пишет он нам: никто не ждал, окей, клей взорвал. Клей взорвал. Окей. Спасибо за комментарий. Я думаю, мы будем читать. Что у нас здесь правило? К правилу гейма 2 старайся не читерить, не прыгай на звездолет. Пойми хоть что-нибудь. Это одно из правил, если что. Пойми хоть что-нибудь. Облака выключи, прорисовка 4, яркость тусклая. Если сзади есть голограмма, значит можно начинать. Вот это голограмма. Ага, хорошо. В принципе, я уже настроил прорисовку 4 и гейм мод 2 стоит. Вроде бы мы готовы. Прочитай, если не боишься. Правило. Опять правило. Правило не нарушать правила. Облака выключи, прорисовка 4. Думать. Гейм мод 2. Остальное как хочешь. Думать. Погодите, опять 100 страниц. Да за что? Да что я вам такое сделал? Да зачем мне 100 страниц? Окей, придется листать, друзья. Давайте посмотрим, что же нас ожидает в конце. Опять какая-то дичь. Амогус, возможно? Амогус будет написано. Я обещаю, тут будет Амогус написано. Вот смотрите, я уверен. 3, 2, 1. А все, не надо. А все, да-да-да-да. Окей, должны быть установлены моды Immersive Portals. Пикуй. Окей, а как начать? Вот в чем прикол. Думать мне написали. Мне написали думать. Стоп. Погодите, вроде бы это было одно из правил. Не прыгать на звездолет. А, я вижу... Нет, погодите. Думать мне написали. Погодите, нам уже нужно думать? Я вижу тут рычаг, который я не могу нажать. Мне уже надо что-то придумать? То есть я уже начал? Погодите, что если... Нет, я на этот рычаг так не нажму. Интересненько, интересненько. А что надо сделать? Не прыгать на звездолет, мне сказали. Сюда не могу запрыгнуть, окей. Может быть какая-то секретная кнопка где-то, что-то где-то, почему-то, зачем-то? Погодите. Так, ну ребят, ну что здесь написано? Не прыгать на звездолет, пойми хоть что-нибудь. Очень хорошее правило. Погодите, я вижу кнопку. О боже мой, это же было так легко. Она была прямо у меня перед лицом. Окей, мы поняли хоть что-нибудь. Ну окей, ладно, что ж, я подкоптился. Тут, походу, немножко Кейн или надымил, накурил. Я не знаю, что здесь происходит, но давайте посмотрим, куда мы попали. Что здесь происходит? Я на какой-то планете, я в космосе. Что это такое? Я не понимаю. Похоже на какой-то механизм. Похоже на какую-то антенну, вам не кажется? Так, вы говорите, значит, пойми что-нибудь. Но мы попытаемся. Не забываем, что это у нас мод Immersive Portals. Почему? Солнце двигается. А, то есть у меня время каждый раз перематываться назад, чтобы оно не двигалось никуда в ненужную нам сторону. Так, я вижу какой-то паркурец в этой стороне. Замечательно, молодец, молодец, Кейн, молодец. Продолжай в том же духе. Окей, я видел там паркур. Наверняка, чтобы попасть на этот паркур, нужно на него попасть откуда-то снизу, да? Вот оттуда. И для того, чтобы туда попасть, нам нужно просто спуститься. Но прежде дайте-ка мне все осмотреть. Что эта плита мне дает? Надеюсь, это просто спампоинт и все. Хорошо, что у нас в этой стороне? Давайте осмотримся, потому что здесь я тупо ничего не вижу. Окей, короче, нам туда по-любому. Что это за башня? Нам нужно на нее подняться? Или она здесь просто так по приколу? Или же... Нет, здесь есть лестница. Знаете что? Погодите, я не могу сюда залезть. Туда залезть нужно снизу? Окей, нам, походу, придется спускаться, друзья. Как-то вот сюда, наверное? Я даже не знаю. Окей, давайте сделаем распрыжечку. Мы сделаем раз, мы сделаем два. За... Ха, а зачем я сюда прыгнул? А вот зачем ты сюда прыгнул? Ну вот объясните, зачем он это сделал? И теперь я тупо упал. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Погодите, я ничего не понял. Я ничего не понял. Объясните мне, что это такое. Но зато я успел подглядеть, там был какой-то командный блок. Где-то примерно... Фиг знает где, друзья. Давайте пойдем просто вот сюда. Ой, я вижу плиту. Погодите, а как туда попасть? Тут цепь. Эй, погодите. Сейчас придумаю. Погодите, одну секунду. Мне должна прийти мысля прямо сейчас. Черт, ребят, я не понимаю. Погодите, а что если я прыгну? Нет. Нет, 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 нет. Вот тут командный блок. Ай, я уже не успел посмотреть на него даже. Ребят, что нужно сделать? Я тебя... Погодите, друзья. Погодите, что это за место? Что это такое? А?
Самолетное падение. Мне вот сюда? Так, и что это было? Окей, мы что-то нашли. Это что-то типа правильное, но я что-то не помню. What? Ребят, what? Погодите, что это за место там было изображено? Вот кто понял? Потому что я немного не понял. Но нам вроде бы надо было вот сюда. Теперь... Да, что ты... Так, окей. Куда теперь? Вот сюда? Вот на этот нижний блок? Теперь мы снова здесь. Окей, что здесь еще раз просить надо делать? Что это за место? Золотой блок? Где-то мы его только что видели, да? Тут булыжник, тут вода. Замедленное падение. Ага, сейчас, может быть, вот так? Shift. Нет, погодите, еще раз. Сейчас, у меня есть идея. Прыгаем и shift. Что происходит у меня? Какие-то галлюцинации, друзья, что происходит? Да почему я не могу попасть-то теперь сюда? Нам нужно прыгнуть в это место. Я проваливаюсь сквозь блоки. Я не понимаю. Ребят, объясните мне, что надо сделать? Что я не так делаю? В чем моя проблема? Объясните мне кто-нибудь. Так, смогу ли я... допрыгнуть сразу вот до сюда. Так, ребят, ну все, крыша просто слетела. Я больше так не могу, я не знаю, мне кажется, это какой-то баг, друзья. Я, по идее, должен... Ну, не зачем мне дают еще замедленное падение? Для того, чтобы я спокойно смог зайти в этот портал и не падал через текстуры. Но я падаю через текстуры, и я должен оказаться, по идее, вот здесь. А я все равно пролетаю через текстуры, я не понимаю, почему... Я сейчас как возьму... Да как... Так, все, я здесь, друзья, я в этой комнате, наконец-то. Я не знаю, что происходило. Мне кажется, я немножко понял, в чем проблема, потому что проблема в том, что когда я захожу в портал, мой размер становится супер большим, и именно из-за этого я проваливаюсь в текстуры. Как будто бы это какой-то баг, друзья. Я не знаю, возможно, у меня не та версия мода Пикуи стоит, или в чем прикол, я не знаю. Ну, давайте сюда зайдем. Что? Куда? Сюда? Что мы здесь делаем? О, я знаю эту лестницу, я ее знаю, мы ее видели, окей. По идее, мы это так и должны были проходить. Но почему-то я не могу пройти в портал. Грустно, странно, не понимаю. Ну да ладно, надеюсь, такого больше не будет, и мы сможем спокойно все это сделать в следующий раз. Так, и что мы делаем? Что у нас там? Блин, оптифайна нету. Окей, я вроде бы думал, что нам вот сюда, где вода. Я могу, наверное, сюда спрыгнуть. Теперь залезть на вот этот блок. И небольшой мини-дроппер. Класс, красота. Теперь нам вот сюда, наверное. Ага, интересно, и куда мы придем? Неужели мы придем сейчас к тому самому паркурцу, который мы видели издалека? Да, это он. А можно мне чекпоинт? Это он? Надеюсь, господа. Ну окей, что ж, вроде бы наконец-то более-менее что-то получается, да, господа? Ау, больно. Так, сейчас проверим. Это был чекпоинт. Окей, все, можно немножко вздохнуть. Я тут больше ничего не вижу, поэтому просто давайте проходить. Давайте попробую не затупить на этих кострах, которые... Больно, я не видел, куда прыгать. Ребят, сори. Что-то я очень долго туплю на этой карте, но пока что все супер интересно. Ребят, вы знаете, насколько сильно я обожаю карты с Mercy Portals, поэтому нужно просто... Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Есть! И чекпоинт. Боже мой, не может быть. Так, теперь вот сюда. И теперь вот сюда. Неплохо. Теперь, я думаю, можно расплющику небольшую сделать. Раз и два... И три. Неплохо, господа. Ну, как вы можете видеть, продвигаемся. Прогресс-то пошел. Так, главное теперь, главное не упасть. Главное просто спокойно пропрыгать. Это как мы умеем, как мы любим, как настоящие профессионалы. Опа. Опять какой-то портал. Погодите, он нас проведет туда, да? Надеюсь, на этот раз все сработает, и меня сейчас никуда не... Во, другое дело. Так, погодите, а куда теперь? Вот туда, в огонь? Или... Чё-то я не понял. Чё-то я... Ау. Вот сюда? И теперь вот в этот портал? What? Где я нахожусь? Ребята, я ничего не понял. Но по идее мне вот сюда. Вот сюда. И теперь... Я чё-то запутался, друзья. Я чё-то ничего не понял. Где я прямо сейчас нахожусь, я не понял. Что это за место? Я вижу себя вон там. Я не понял. А тут какой-то еще паркур в ту сторону. Что если я прыгну? Найс, отлично. Это был чекпоинт хотя бы, да? Плиз, скажите мне, что это... Да, это был чекпоинт. Можем немножко потестировать. Макдоналдс, да, как говорите. Ну ладно, давайте посмотрим. Мне нужно, может быть, все-таки как-то сюда. Но вот опять же, меня... What? Где я теперь нахожусь? Я ничего не понял. Это что за место? Слайм? Для чего здесь слайм? Погодите, это что за кнопка?
Погодите, тут проход идут. Я пришел отсюда, да? Тут. What? Так, я теперь. Я теперь немножко начинаю понимать подписчика, который мне сказал. Попробуй хоть что-нибудь понять. Я пытаюсь, ребят. И я честно пытаюсь хоть что-то понять. Раздатчик. Да я ничего я пока что не понимаю. Ничего не понимаю. Вижу проход вот здесь, но зачем? Как мне туда забрать? А, погодите, я знаю. Или не знаю? Нет, знаю, я знаю, я знаю. Мы прыгаем сюда. И прыгаем типа на вот эту лампу, или как? А, да-да-да-да-да, мы прыгаем вот сюда. Вот сюда. Ох, как я ненавижу паркур по лампам, друзья. Ох, как он меня напрягает, но вроде бы получается. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. И теперь... Да-да-да! Наконец-то, боже мой, я это сделал. Ох, как я ненавижу паркур по лампам. Это было так жестко, это было так жестко, это было так неприятно, это было так некрасиво. Что теперь мы делаем? Сюда? Или туда? Куда? О, погодите, я знаю это место, мы там были внизу. Окей. Ребят, что про... Добровольное жертвоприношение, наконец-то. What? Вы кто такие? Кто здесь? Добровольное жертвоприношение. Что это означает? Что это означает? Мне что, умирать надо? Командный блок. Но зачем командный блок здесь? Что значит добровольное жертвоприношение? Что там внизу? Я ничего не понимаю, друзья, ничего не понимаю. Что это за карта? Кто ее сделал? Что это происходит? Что такое добровольное жертвоприношение? Погодите, кнопка. А. Вот это уже другое дело. Окей, хорошо, я что-то начинаю понимать. Все, вот это уже круто. Погодите, не все потеряно. Кнопка. Бум. Делаем себя больше. Теперь, наверное... А, я понял, для чего здесь командный блок. Теперь мы идем... вот оно как. Так, ну это не было жертвоприношение, пока что все правильно. Как на... Это еще что там такое? Так, теперь снова мелкий. Ладно, побежали. Вау, окей, окей, окей. Я ничего не понимаю, автор. Автор, я ничего не понимаю, но это супер круто пока что. О, вот мы и здесь появились. Все-таки нам туда и надо было. Погодите, я такими мелкими останусь? Это что по... Это что у нас такая полоса препятствий из-за маленького кекса? Посмотрите, какой я маленький. Посмотрите на меня. Окей. Хорошо. Хорошо. Значит, главное не упасть. Наверное, просто пропрыгаем вот до сюда. Я в последний момент увидел, что там обрыв. Окей. Вау. И где был спампоинт? И где был спампоинт? Где был спампоинт? А, слава богу, он был здесь. Фу, я думал, он фиг знает, где будет. Что там за молния? Вы это видите? Там какие-то что-то странное происходит. Окей, ладно, давайте все-таки наконец-то возьмемся в руку. И попробуем это пройти изи, изи, изи. Должно получиться, правильно, друзья? Просто нужно быть профессионалом, как Кейн, и не тупить, как Кейн. Поэтому погнали. Мы делаем раз, мы делаем два. Теперь просто нужно запрыгнуть на этот забор. Вот таким образом. Ну, я не знаю, где кончается хитбокс этого забора. Да отстаньте, вот это отстаньте, отстаньте. Yes, 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 боже мой, наконец-то. Забор и... Вот оно, другое дело. Окей, неужели я прошел? Это что, это чекпоинт или кто, или где, или куда? Ой, я помню тот портал, я его помню. Мы его видели тогда еще в самом начале, на том самом паркуре. А, мне кажется, нас туда сейчас и проведут. Как вы думаете? Давайте посмотрим. Нажимаем плита и вау. Ну ты издеваешься? Окей, еще раз. Погодите, где был спампоинт? А, слава богу, он был здесь. А погодите, я снова большой. А погодите, так и должно быть? Вроде бы да, потому что иначе как бы я допрыгну до туда. Окей. О, вот, мы здесь были, помните? Да, это то самое место. Слушайте, вот это взрывоопасная карта. Точнее, взрывоопасная почему? Потому что мозг взрывается, друзья. Мозг просто кипит. Но это супер круто. Еще один лазуритовый портал. Окей, давайте посмотрим, что у нас здесь теперь. Кто здесь? What is that? What is that? Что? Я... Что? What? What is that? Опять эти приколы происходят. Хватит. Не надо больше. Не надо больше приколюх. Пожалуйста, не надо. Плиз, остановитесь. А, походу, опять происходит тот самый баг, когда я не могу нормально пройти в портал, да? Как вы думаете? Погодите, сейчас проверим еще раз. А, по идее, что я должен сделать? Я должен проникнуть туда внутрь, но как? А, вот так! Видите? Спасибо за игру! Вообще в этой карте есть сюжет, но его никому не понять. Канеус не был предателем. Погодите, я просто перелистнул страницу. Теперь, где я? Что я? Где? Я не понял. Это что сейчас было? Погодите.
Одну секунду, я просто хочу понять концовку. Там были не... Что вот это? А, я понял. А, это дождь. Окей, одну секунду, где это место было? Дайте-ка мне быстренько туда верну. Стоп, нет, нет, нет. Вот ровно в этот портал. Теперь вот в этот портал. Теперь вот сюда внутрь. Аккуратно. И я хотел почитать оставшуюся книгу. Можно, пожалуйста? Нет, нельзя. Ребят, ладно, я думаю, мы закончим. Я даже не знаю ника автора, но это было супер-мега круто. А можно мне хоть как-то хотя бы карту взорвать? Хоть как-то, плиз. Где я нахожусь? А, я здесь все еще. А, погодите. Да, можно мне книгу просто прочитать, пожалуйста? А, я становлюсь... Окей, вы видите, я становлюсь супер-большим. Вот в чем проблема. А, тут больше ничего не написано. Ребят, все, восстановленный знак. Я сдаюсь. Окей. Это было супер круто. А, вот и вся карта. Только теперь я супер большой стал. А, надеюсь, вам, ребят, понравился сегодняшний выпуск. Это было шикарно. Это было супер рандомно и очень круто. А, надеюсь, что вы сделаете побольше карт с модом Immersive Portals. Потому что, как вы можете видеть, с этим модом можно просто бесконечное количество... Это было слишком громко, это было громко. Можно бесконечное количество идей воплотить во что-то очень интересное. Поэтому поддержите этот видос с Лукасом, потому что он был довольно-таки прикольный. Надеюсь, вам понравился и так далее и тому подобное. Жмите бубенцы, колокольцы. Пишите комментосы. На самом деле был мистер Клен. И всем пока.